И всем привет, с вами Адуки, и сегодня мы продолжим играть в Mad City. Ну что ж, ребят, сразу же погнали. Без лишних разговоров. Погнали. Ну, ребят, не туда зашел случайно. Так вот, что я думаю. Ну, ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал с начала ролика, потому что, ребят, ролик будет бомбезный. Я, ребят, буду преступником. Погнал. Наша на этой серии миссия это... через эту тюрьму пробежать и ограбить три банка. Вот. Надо камень убрать. Ага. Понял. Привет, брат. Погнали. Сейчас надо как-то убежать. Пистолет. Окей. Опа. Порох. Больше ничего нет. Нету. Так как мне сбежать? Ребят, как мне сбежать? Ребят, мне скажите. Как мне сбежать? Так, зажигалка. А что сделать с пластик? Здесь все был пластик, окей. Что мне делать? А вот, все понял. Погнали, ребят. Погнали. Валим на велике. Ой, ребят. Миндям. У меня и ком какой слабый. У меня 22... Сколько у меня ППС? Почему я не могу пробежать? Вот, пробежал. У меня сейчас 25 ФПС. Понимаю. 23 уровень. Это, ребят, уже круто. ФПС 23, 24, 25 на работу. Не, ребят, как там? Быстро. Комар, где? Где комар? Быстрее. Где комаро? О, комаро. Управляй, давай. Погнали. Валим на велике. Ребят, о, 50 фпс. Как я знаю, чем больше фпс, тем типа круче, да? Ну, у меня сейчас будет... Ну, у меня 58-59 фпс. Вот, ребят, нормально. Конечно, там у моего друга, знакомого, да, при мне превьюшки делает. Ну так вот, у него там на Майнкрафте была 1000 FPS. Представляете, на Майнкрафте это робобокс. Ой, 40 FPS. Я, ребят, даже не знаю, а где мне? Давай карты, ребят, откроем. Ты как GTA ходил. Казино, клуб. Не ты гараж. Баз преступника. Где база преступника? А, во. Нажимаем вот сюда. И, ну, все, дальше уже понятно. 17 фпс, ребят. 16 фпс. Да.
О, 5, 50 FPS. 50 вот. Это, ребята, я еще снимаю. Нормально, FPS. Ну, когда вот так я лечу, просто FPS падает, вот 50 FPS только. Ой, приехал. Ну, сейчас 56 FPS. Ну, короче, ребят, слабый. Где база? Вот база. Или нет? Не знаю. Алло. Ну да, конечно, 32 FPS, вообще 28. А ребят. А где база? А ребят, а где база? Вообще-то тут должно было быть. Так это база преступников. Ну да. Такой красный. Почему типа был красный? А ребята, где красный? Ребята, обнова как-то вышла. Можно показать, пожалуйста, всю базу преступников? Окей. Что еще, ребят, делать? Где она? Ну, что поделать? Будем на лодке. Все, я не держу. Я не бью. Да я плаваю. Ой, ну сейчас буду пить сам. Нормально, давай иди сюда. Да, ну, ребят, ну правильно. А с машинкой поедем. Ну, ничего, взорвалось. Так, ребят, поплывем. Не, ну, окей, я не дурся вообще с тыми вместе. А, какой хороший. А почему? Где база? База преступников. Давайте, ребят, музычку. Валим, валим, валим на гельке. А где база, мне вообще интересно. Либо я дурак, либо я дурак. Мне кажется, что я дурак. Ну, вот, ребят, где база преступников? А здесь нет. Может, она просто поближе. А где база? А, идем просто грабить пистолики и все. Да что, ребят, простите? Вот что поделать? Ну, лох по жизни. Ну и что, ребят? Не надо судить человеку, что он лох по жизни. Конечно, как раз. Но надо, ребят, по душе. А почему? Погнали! Валим, валим, валим. Ой. Ну, давай. Сейчас. Не, не сейчас. Вот я заспавним опять. Ох, красивая. Серьезно, давай. Ну, да ты. Не, знаешь. Не, ну. У меня, ребят, FPS все нормально. Все, погнали, ребят. Хоть что-то, ребят, надо ограбить. Надо. Ой, ювелирку ограбить. Или как там называется. И пока.
подожди, где-то бета сейчас просто весь ролик буду ходить по азу. Искать. Все, ребят, пистолели, рекер, взяли руку в жопе и погнали. И погнали. Использовали, чтобы попасть в секьюрити. Все, давай, погнали. Работает только. Спасибо. Пэр, как дела? Не, ах ты какой. Я просто бегу за тобой, мне очень помогает. Но понимаете, ребят, сами, я снимаю ролик. Я человек умный, наверное. Хороший, наверное. Очень красивый, наверное. Ну так вот, он так слушает. Я четкий пацан. Все, давай, погнали. Валим, валим, валим на велике. Какой-то, ребят, не ролик, а беспредел. Ну, как-то ролик не получился. Ну, ой, что делать? Не понял. О, хорош. О, полицейский, стреляем! Почему у меня? Почему у меня? Где он? Хорош. Можно... А, выйти можно? Не, я не хочу выйти. А где тот чел? Чел, подожди меня, пожалуйста. Ки! Обкикался. А, здесь. Ой, Серёга! Верно, верно. Один есть, два есть, три есть. Так вот где бах. Фу. Ребят, почему я такой умный? А почему не? А, во. Деньги. Ребят, все равно этот банк Magic. Но все равно у него деньги появляются с каждой секундой. Все больше и больше. Но его, наверное, даже не почувствовал. Даже, наверное, не почувствовать, ребят. А! Я тут пока что с пистолетом. Ай! Погнал, погнал, погнал. Все, мы пока что погнали. Оп, профессионалы, профессионалы. Надеюсь, что наш победит. А где кристалл? Не, подавай за меня! Все, можем ехать. Спасибо. Лифт. Погнали, погнали, погнали. Я хочу с вами садиться. Погоди, мне на рай. Только мне... Зачем? А, опа. Возьми меня. Возьми, пожалуйста. Возьми. Я не могу сесть. Окей, так будет. Валим, валим, валим. А, нет. Помогай, чел. Все, погнали, погнали, погнали. Ой, тихо, 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 тихо. Нет, ты чего делаешь? Мы просто будем на нем и все. Могу быть. Оп. Да ты, почему ты так сделал? Все, погнали, 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 ребят. А. Здесь. Я даже не знаю. Ограбление выпало. 25 уровень, и я вообще лох. Был лох, у меня остался лох. Да. Свою броню, которой даже нету. На 15 штук это что-то. Ребят, думаю, уже надо заканчивать. Ну, да чё-то не получилось, ровно. Но все равно хороший. Всем удачи и пока-пока.